Здравствуйте, дорогие уважаемые участники, гости и организаторы сегодняшнего семинара. Мы представляем компанию производителя урожая 21 свиней акваминеральных и экологично дружелюбных продукции состава. Чуть-чуть поближе. Ближе микрофон. Под брендом, то есть комплекс под брендом ЖУС. ЖУС расшифровывается как жидкоудобрительные стимулирующие соединения и является компанией-производителем. У нас в линии продуктов ЖУС имеются более чем конкурентоспособные цены, которые охватывают все обработки, включая, то есть начинается обработки семян, которые благополучно сочетаются с натуральными этими азотофиксирующими бактериями, и вплоть до улучшения и удлинения качества срока хранения урожая. И вдобавок должен отметить, что наши продукты благополучно прошли разные лаб-анализ, то есть лабораторные проверки, сертификация в странах Западной Европы, в странах Восточной Европы и включая в странах постсоветского пространства, там Россия, Белоруссия, Армения, Грузия, Узбекистан. И в последнее время по сводкам наших маркетологов имеется информация, что интерес к нашим ЖУС-продуктам увеличивается в странах Южной Азии, то есть Индия, Пакистан, Бангладеш, Южная Америка, включая Канаду и страны Арабского полуострова. И в настоящее время мы над этим работаем для дальнейшей перспективы. Но это не главное, то есть для производителя это не главное, а главное то, что эти продукты под брендом ЖУС, они по моему опыту, по опыту наших партнеров, они реально работают. Увеличение продуктивности, увеличение показателей качества не только зерна, но и других частей растения, если учитывать кормовые и другие цели выращивания. И самое главное, по крайней мере для меня, это то, что продукты ЖУС, они безвредны для экосистемы, для здоровья производителя и потребителя. В качестве примера могу принести тот факт, что продукты ЖУС, они безвредны для пчел. И многим нам известно, что медовые пчелы, они имеют высокую чувствительность к разным конвенциональным химическим средствам защиты растений. И во многих странах ими пользуются практическими биоиндикаторами экологичности и производства, и продукта. То есть, вкратце говоря, живая и здоровая пчела, живая и здоровая природа. И, конечно же, самое главное – это высокоэкономическая рентабельность. То есть, учитывая тот факт, что компания «Урожай 21» является производителем, представляет продукты ЖУС с более конкурентными ценами. Например, если пройтись по бобовым культурам, скажем, горох, да, в районе за гектар культуры за сезон где-то это плюс-минус 3000 рублей, но в результате получаем увеличение до 30% урожайности и вдобавок еще и качество. Но этот стандартный пакет рекомендаций, то есть стоимость стандартного пакета рекомендаций, она, конечно, варьируется, то есть учитывая тот факт, что мы предпочитаем работать на индивидуальном уровне, то есть мы исходим из того, что какие почвенные климатические условия у хозяйств, и предпочитаем собирать пазл рекомендаций, исходя из этих данных, из знаний агропроизводителя о своем поле и
Ну, в идеальном случае предпочитаем почвенно-листовые анализы, диагнозы. И, исходя из этого, мы рекомендуем свои продукты. Вот. И, ну, если мы будем говорить про наши ЖУС-продукты с фитозащитными свойствами, то есть в этот список входит наш самый такой флагманский продукт ЖУС Argentum Agro с ионами серебра, который недавно зашло в список 100 самых лучших продуктов России. И потом есть ЖУС Argentum Duo, то есть с серебром и с медью. С исторических времен человечеству хорошо известны специфические свойства этих элементов. Ну, я бы хотел остановиться на принципиальном механизме действия серебра. То есть ионы серебра действуют на клеточном уровне, проникая через стенки клеток, то есть в цитоплазму, в мембраны, в ядро и в другие клеточные органеллы. И влияет на действие метаболических процессов у вредителя, то есть у вредительного организма, и в результате чего ингибирует рост, развитие и даже местами размножение вредных организмов. Вот. И третий продукт, который под названием ЖУС Калифос, он является не только питательным ресурсом по калийным и фосфорным элементам, но еще и имеет в себе в своем составе фосфитные формы, которые тоже имеют антисептические свойства, фунгицидные свойства. Вот. И вдобавок наш продукт Калифос активно участвует в синтезе фитоалексинов. Это такие метаболиты, которые производятся во время, то есть локально производятся во время атак со стороны разных вредителей. И, ну, как исходя из опыта, мы можем сказать, что комбинация этих продуктов на EF+, если сочетать с нашим биоактиватором, биостимулятором под названием ЖУС GUMIX. В комбинации этих продуктов мы наблюдали решение проблем, как ну, в бобовых культурах, скажем, мучнистая роста, пероноспороз, потом вот эти ржавчины разные, аскохитозы, антракнозы, ну, плесневые вот эти плесневения семян. И даже наблюдали бактерицидные свойства, то есть псевдомоносные болезни, которые там ожоги или вилты, потом ксантомоносные болезни, как пустульная эпипетнистис. Ну еще и наблюдали. Но это, конечно, еще как бы наша гипотеза, ну, на уровне гипотезы, но наблюдали эффект этой комбинации на ингибирование развития вирусных болезней. Хотя вирусные болезни, как мне известно, в основном важны в дальневосточных краях. Не знаю, какой уровень здесь вирусных болезней, скажем так, сои. Но тоже имеет эффект на вирусные болезни. И еще наблюдали влияние на размножение и распространение, интенсивность распространения вредных насекомых. Вот, ну, конечно, по нашим опытам мы часто встречались с агропроизводителями, которые предпочитают комбинировать наши продукты ЖУС с продуктами из классических химических средств защиты растений. И должен для них отметить, что наши продукты ЖУС очень благополучно сочетаются с этими же тоже химикатами. И, но еще должен отметить, что за счет Гумикса, за счет Аргентума с ионами серебра
эффект этих фунгицидов или бактерицидов увеличивается и даже расширяется спектр действия этих бактерий. Вот. И ну, если говорить по бобовым культурам и их стандартные рекомендационные пакеты для пользования ЖУС-продуктов, ну, как я уже ранее отметил, что мы предпочитаем работать на индивидуальном уровне, то есть подбирая нужные продукты каждому агропроизводителю. И если свяжетесь с нашими сотрудниками, мы обязательно соберем нужные продукты. И, конечно же, если вдруг появятся какие-то вопросы, которые мы не учли до сих пор, то мы, конечно, наша команда со своим потенциалом пользуется всеми ресурсами, постараемся решить вопросы. И минутка у вас. Да, вот. И хотел поблагодарить за ваше внимание и время. И если имеются какие-то вопросы, мы, конечно, команды готовы постараться ответить им всем. Спасибо большое. Да, спасибо. Шухрат Амирович, есть вопросы в зале? Вот мне хотелось бы узнать, мы предыдущего спикера спрашивали, а вы, вернее, узнали, что вот в хозяйстве Потапова Семена Григорьевича, Климовка, есть опыт использования препаратов. Можете назвать, где ваши препараты, эффективность, в каких хозяйствах можно посмотреть, с кем связаться, и чтобы убедиться, насколько они эффективны экономически и по действию? Мы имеем несколько партнеров наших. Наша компания работала вот с Острогожск, Санпитомник, Воронежская область. Да, Дон Агро, Юг Агро, вот эти компании пользовались нашими продуктами и увидели особенно эффект аргентума, то есть сионами серебра в комбинации с игумиксом, увидели достаточно серьезный эффект, то есть можно заменить фунгициды, можно объединить с фунгицидами, то есть, да. Вопросы не появились? Нет? Двигаемся дальше.